Всем привет! Телевизионный канал Викинг желает вам процветания и благополучия, и богатства. Мы начинаем очередную серию поиска сокровищ фашистского генерала Вермахта. Как всегда, наша классная, крутая, подкованная счастье для вас и для нас. Мы его так целуем. И давайте, ставьте нам лайки, потому что это нас очень классно мотивирует. Сейчас мы идем в этот глухой лес. Очень долго искали по спутнику, по картам, по нашим старинным. В общем, должно быть очень классно и интересно. Подписывайтесь, ставьте нам лайки. Давайте, гоу, пока! Включил. Андрей Александрович, ну что там это? Вот что. Ух ты, круто! Это немец, кстати. Класс. И притом целый. А вот это находочка со старта. Жень, смотри. Первая находочка. Смотри. Не успели зайти в лес. 2186, 26, 35 год. Вот стоит. Круть. Сейчас покажу так. Кстати, так редко вообще встречаются целые. Смотри, видишь? Да. Очень круто. Так, отличненько. Продолжаем дальше. Все-таки правильно мы идем по нашей карте. Немецкий генерал, здесь бы стояла его палатка за этим бугром. Долго искали это место. Сейчас будем дальше смотреть, что там будет. И все будет много интересных находок. Давайте ставьте лайки, подписывайтесь. Сейчас работаем по карте, которую мы обнаружили фашистского генерала. Очень интересная находка получилась, сенсационная. Значит, мы и разобрались, там показаны определенные места, где что-то было спрятано. Но, к сожалению, из-за того, что карта состоит из ряда частей, мы работаем по одному фрагменту, конечно, тяжеловато. Но вот мы считаем, что мы нашли примерное место, где, которое указано по тем координатам, по картам немецким Третьего Рейха. Поэтому будем заниматься сейчас искать артефакты, которые на этой карте указаны. И, конечно же, как будто эти находки будут сигналы, мы будем включаться, чтобы вам было интересно. Просто так время ваше не будем отнимать. Ставьте нам лайки, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал Викинг. Это очень классно нас мотивирует. Мы вам гарантированно обещаем, что будем снимать продолжение. И будет очень интересно. Давайте вместе за приключениями Викинг. Видишь, да? Да. Получается, вот корни подняло. Лежит две гильзы под корнями. Ага, это будет сейчас. Ага. Подумал, покажу. Немецкие. Стоит год. Сейчас скажу. 38-й. 1938. 1938. Класс. Идем дальше. Давай.
Это ободок бронзовый от снаряда. Так он выглядит. Здесь сзади прям видно его зубцы. Есть? Да. Показывают монету, сейчас посмотрим. Что у нас тут? Не видишь этот бронзовый от снаряда бронзовый ободок. А по проводимости показывает 2026 как монета. Я, кстати, на что пищит сейчас? Не, ну, понимаешь, ты же сам видел, я по тебе показывал, как будто бы лежит монета, выкапываешь, это не монета. Поэтому, понимаешь, ну, то есть прибор работает на цветные металлы, если сейчас приду. Ну, продолжаем дальше, посмотрим. Да, видишь, смотри, как песок копает. Угу. Он прям, видишь, как... Сейчас стану как-то под углом. Просто... Солнце падает. Угу. Глубоко лежит. Посмотри на песок. Я сейчас его вычищаю. Потрясовано. Это корни, самое неприятное, что может только быть, если честно. Да. Что-то есть глубинный сигнал идет. Будем копать. Сейчас поставим сюда так прибор. В лопату, извини. Просто что-то интересное. Почему? Потому что я вижу сразу по песку. Песок такой плотный идет. Не копанный. То есть копалось не сегодня, скажем так, не мусорник. В яме сигнал, их один сигнал уже выкопали. Гильза. Немецкая гильза. Уже сегодня накопали их на... Ямку уже хорошую выкопали. Все гильзы вам не показываю, вам такое неинтересно. Такое глубинное, конечно, интересно показать. Глубинный сигнал, это всегда интересно.
корень. Там в углу, где идет сигнал, получается, мешает корень. Сейчас будем его доставать топор, вырубывать. Такой топорик у нас. Его нужно помешать, выкопать. Так, убрал корень. Сейчас топор далеко не убираю. Может быть, мина. Не, ну я тебе скажу так. Сейчас мы это узнаем. Уже скоро выкопаем. Скоро выкопаем. Сюда просто подбой нужно сделать, понял? Сейчас сюда буду залазить. Много корней. Сейчас, что-то тут есть. Смотри. Что это? Это какая-то куколка. Видишь, какого-то жучка. А ты близко не прихватишь. Мы уже включились. Продолжаем копать. Жарковато, если честно. Что ударил? Сколько уже можно рыть? Есть! Есть, 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 есть! Есть, есть золото! Нет, видно, это золото! Видно. Золото, капец! Сейчас буду расчищать, подожди. Сейчас, капец, класс! Класс, золото! Сейчас. Сейчас буду тоже свой телефон доставать, подожди. Давай, давай. Есть, наконец-то. Фу, сегодня немерного портануло просто. Фу, класс. Просто хай-тек. Сейчас будем доставать золотишко. Сейчас включаю вторую камеру. Сходил, сейчас взял такую классную лопаточку. Буду ей расчищать. Так, поставлю сверху камеру. Колоссальный слиток золота на килограмм 12-15 вытащили сейчас, очень долго копали. Там еще есть другие артефакты, другие слитки, но мы даже не знаем, будем ли это мы вам, если честно, показывать, потому что, ну, вы должны понимать, что такое не каждый согласится показывать. Мы, конечно, любим показывать свои крутые артефакты, очень нуждаемся в ваших лайках. Виклинг наш канал называется. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, это нас очень классно мотивирует. Мы работаем, сейчас 40-градусная жара. Тяжело это копать, если честно. Этот лес перекопали очень плотно. С раннего утра здесь работаем. По классной нашей карте, которую мы выкопали. Фрагмент карты у нас есть, смотрите предыдущую серию. Карта фашистского генерала. На ней показаны десятки мест с классными артефактами. Ну, если честно, мы сегодня в восторге. Кричали на весь лес. Ура, золото. Сейчас уже говорим тихонечко. Ура, золото. Ставьте лайки и подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал.